Վրաստանում անցնող օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի նոր 4 դեպք։ Ըստ այդմ, ընդհանուր առմամբ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 943-ի, որից 821-ը արդեն ապաքինվել է, իսկ մահացել է 15 մարդ։ Դրան զուգահեռ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերի աճը չի դադարում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 662-ով, հասնելով 27320-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք։ Ինչու Վրաստանը կարողացավ հաղթահարել կորոնավիրուսային պիկը եւ այդքան փոքր թվով վարակագիրներ եւ մահեր արձանագրել։ Նկատենք, որ կարանտինի հենց առաջին օրերից Թբիլիսիում դուգանվեցին մի քանի տասնյակ զինք։ Կարանտինային ռեժիմի խախտման համար Վրաստանում նախատեսված էր 3000 լարի դուգանք, որը համարժեք է 860 եվրոյի։ Իսկ ինչ իրավիճակ է այժմ Վրաստանում, ինչպես է երկիրը փորձում հաղթահարել կորոնավիրուսի հետևանքները։ Արմլուր լրատվականի հետ զրույցում վրաց քաղաքագետ Գելավասածեն, խոսելով թեմայի շուրջ, կարծիք հայտնեց, որ ճգնաժամը, որը կհաջորդի այս համավարակին, ավելի ծանր է լինելու, քան 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ То есть речь идет о том, что число зараженных не превышает 5-7 человек в среднем, иногда 0, иногда чуть побольше. Но это фоновый режим, сколько я понимаю, специалисты говорят, что на полный ноль полного обнуления пока не будет. Другое дело, что насколько это стабильная ситуация, пока страна закрыта. То есть у нас открыты внутри передвижения, открыто, пожалуйста, сколько хочешь. Куда хочешь, туда и езди, но пока границы страны закрыты, и, видимо, они будут закрыты до конца июня. Сегодня, масштабы сегодняшнего кризиса, действительно, многие сопоставляли его с кризисом времен Первой мировой войны или Второй мировой войны. Не знаю, насколько это корректно, наверное, это разрушило, там были еще и разрушения, но я скажу так, что весь мир, когда встал на паузу, конечно же, такого кризиса мы еще не переживали. Поэтому с экономикой, конечно, все очень грустно. Я думаю, что нам придется жить по новому протоколу. Нам придется вырабатывать какие-то новые правила поведения и жизни, в том числе и в экономической жизни. Конечно же, для Грузии удар, то, что туризм стал одной, в последние годы стал одной из локомотивов, одним из локомотивов грузинской экономики. Но и в итоге мы получили, что, ну, тут понятно, что по крайней мере, в этом году туристов ждать не следует. Или если они будут, они будут ждать ничего. Поэтому я скажу так, что, конечно же, все это очень печально. И хорошо, что есть какая-то поддержка международных организаций. Хорошо, что есть поддержка стран-партнеров Грузии. Действительно, речь идет о 1,5 миллиардах сегодня. И это большие деньги. Весь вопрос... Вообще премьер обещал, что будет 3 до конца года. Но весь вопрос в том, ведь дело не только в деньги, это очень важно. Дело же не только в деньги, важно еще, как их использовать. Եվ չնայած Վրաստանի կառավարության կողմից տնտեսական ծրագրերին ուղված կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացմանը, վրաց քաղաքագետը այնքան էլ գոհ չէ դրանցից եւ մեզ է զրույցում կարծիք հայտնեց, թե այլ քայլեր եւս պետք է իրականացվեին։ Наверное, у нас сколько людей, столько и мнений о том, что нужно сделать. У меня очень простое и очень кардинальное решение, которое, кстати, не принято, когда я это говорю, ни оппозиции, ни власти. Я считаю, что в такой ситуации спасение утопающих дело рук самих утопающих. Просто людям не надо мешать. Поэтому мое предложение было простым. Отменить НДС, отменить акцизы, что, и дать людям возможность заработать. Многие говорили о том, а как же, что же делать, как же будет заполняться бюджет. Но все дело в том, что бюджет... Если вдруг не заработает экономика, не будут работать люди, он и так не будет заполняться. Сколько бы денег не было бы вложено в качестве помощи определенным секторам экономики, да? Все равно же этого будет недостаточно. Мы не знаем, как долго продлится этот кризис. Вернее, мы знаем, что этот кризис продлится очень долго. И залить деньгами даже у таких стран, как у США и стран Евросоюза, которые богатые страны, это с трудом получится. А для таких стран, как Грузия, залить деньгами кризис не получится. Сколько бы мы, несмотря на то, я еще раз говорю, и тут, конечно же, это плюс властям, что они хорошо сработали, и мы получили, будем получать, я надеюсь, финансовую серьезную поддержку.
Я думаю, что использовать ее на поддержку определенных. Ну, сколько можно поддерживать гостиницу, которая не работает, которая не нагружена? Более или менее оправданные меры по финансовому сектору, по поддержке банков. Хотя я считаю, что опять-таки эти деньги, если бы эти финансовые средства, если бы были бы использованы в качестве какой-то социальной подушки, и за счет них были бы отменены ряд налогов, или хотя бы приостановлены, то это было бы гораздо более эффективным. Ну вот, я вам приведу еще один пример. Например, с девелопментом, с недвижимостью, с ипотечными кредитами. Ну да, там было, там, например, 8% было власти на каком-то этапе заплатят за эти ипотечные кредиты, там 4% будет. Вы понимаете, в чем дело? Вроде бы как хорошо, да, для людей вроде бы как хорошо, но если у человека не будет этих 4%, тогда что с этим делать? Поэтому я думаю, что тут однозначно, это мое мнение, опять-таки, кто-то приветствует эти меры, но мое мнение, что более рационально было бы использовать эти деньги как финансовую подушку власти, а отмена, например, тех же акцизов, это сразу же очень здорово упадет горючее, соответственно, упадут, вся цепочка упадет. И это даст людям больше возможностей. Отмена НДС тоже даст людям больше возможностей. Հավելենք, որ աշխարհում COVID-19-ի դեպքերի ընդհանուր տիվը անցել է 10 միլիոնը, մահացածների տիվը մոտենում է 521 հազարին, բուժվել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ։